Возвращение графы против всех является совершеннейшей глупостью. Дело в том, что у нас 70 с лишним партий сейчас зарегистрированы. Каждый человек может выбрать себе такую, которую ему нужно. Еще 70 подали документы и тоже будут зарегистрированы. Графа против всех нужна только хулиганам, которые хотят вот таким образом просто там, ну, высказать условный некий свой протест и свою некую индивидуальность. Напомню, что политика – это сфера по определению компромиссов. Это сфера, где люди находят нечто общее с другими. Каждый из нас абсолютно индивидуальный человек, не похожий ни на кого другого. В таком случае, если каждый будет говорить, вот я с этим не согласен, с этим и еще со всеми не согласен, то вообще невозможно никакое голосование, никакие партии, никакое государство и никакая политика. Вот у нас 145 миллионов человек, давайте сделаем 145 миллионов партий, вот, потому что все мы индивидуальны. Вот, поэтому политика, еще раз говорю, это компромисс, это когда ты выбираешь того, кто более-менее на тебя похож. Это всегда так было и так будет. Поэтому отдельные графы какой-то создавать совершенно не нужно. Очень важно еще, что, допустим, в Древней Греции, откуда вообще произошла всяческая демократия, людей, которые не присоединялись к какой-то партии, не выбирали, а что называется, были против всех, называли греческим словом «идиот» и изгоняли из государства. Потому что если ты не участвуешь в строительстве государства, то ты не имеешь права пользоваться его правами и его благами.